давно не снимали. Столько всего уже произошло, уже 1 октября сегодня. Я сегодня фотографировалась на анкету для загранпаспорта. Вот. Завтра пойду заниматься дальше. Буду подавать документы на загранпаспорт. Потому что на Новый год мы летим в Таиланд. Вау! Вот. Уже времени вечер. Уже осень. Уже желтеют деревья. Вот эта вот машина. Аська хочет. Ах, какая. Пикапчик. Вот. Вот такой вот пледик я купила. В этом, в ленте. Такой тепленький, флисовый. Мягкий такой. Стол вот недавно купили мы в Икее. Стол. Ой, это я. Привет. Значит, тут такое стекло сверху. И снизу. Так, это временно. Лежит мышка. Потому что неудобно. И вот такой вот. Такой вот ящичек выдвижной. С моей косметикой. И со всякими штуками. Заряжается. Такой вот. Очень удобный, классный. Зеркало такое. Тоже в Икее брали. Там дракончик. Год дракона. 2012. Вот. Это наш шкаф. Так, себя тоже немножко засветю. Розовая юбка, которую я шила летом. Как-то так. Вот. А, кстати, забыла показать мою корзинку. Правда, она уже пустая. Вернее, уже с палочками со всякими разными. Но это вот корзинка такие, которую мне вручали в Ривгоше. Люмине была полностью забитой косметикой от Люмине. Ой. И вся эта косметика перекочевала вот сюда. Вон там ее просто, просто куча. Куча, куча. Все просто. Там всякие скрабы, крема. Мои любимые духи. Это Маськин. Диор. Вот как-то так. Вот такой вот у нас шкаф. Все, куча. Пойдем теперь снимать. Вот такая вот наша комнатка. Скорее бы уже доделать ремонт. И уже, так сказать, все расставить на свои места. Вот мы добрались и до тебя. О, здорово! Сейчас тебе тут тапочки мне не выделил. А в прихожей. В прихожей. Сейчас пойдем в прихожую. Вот уже стоит стол. Вынесли сегодня. Эх, прихожей, прихожей. Макса, где они? В прихожей за дверью. Большой тур по квартире. Это еще коробка. Коробка от стола. Снова зеркало, снова я. Так.
моя обувка. Все, пошли снимать. Рабочий момент. Убираемся, убираемся, подожди. Вот так вот. Опа! Вот такая вот ситуация у нас. Уже были готовы вот эти вот ниши, закрытые трубы. Ладно, ну какая же эти ниши? Ой, ниши. Как они называются? Коробушки? Коробушки. Коробушки. Да, вот так вот все закрываю. Вот так вот все. И сейчас приходится все это вскрывать. Потому что дает отопление и что-то у кого-то там течет. Вот и вторую тоже открывает он. Старался, старался, шпаклевал сегодня. Вот так вот. Ну, на балконе понятно. Балкон можно не снимать. Полный завал. Табуретки, тележки. Что там еще? Всякие стройматериалы, это еще мы разгребли так, что мы столько еще увезли и выкинули всего. Куча всякого. Машинка. Я уже ее снимала. Вот так вот. Думали побыстрее. Конечно, все у нас получится, но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Вот это вот радио тоже участвовали в конкурсе от Рикош. Вот так. А так все беленькое, все уже в принципе готово. Покраски. Решили мы проем не увеличивать, потому что неизвестно, несущая, не несущая стена. С ней возьми много. И пыли. Шкребешь. Вот здесь будет телевизор у нас. Да, еще хорошо, что я здесь пошпаклевал. Оно отсырело чуть-чуть. Полегче, да? Ну. Ну, вот здесь вот предполагается компьютер будет стоять, и сделаем эти разъемы под розетки, в общем. Вот так вот, так вот и шкабли. Так вот и шкабли, и шкабли. Будем ждать, что они там придумают. Дверь. Я был выходной. Ну, душу я даю отдыхать с тобой душу. Мы с тобой душу отдыхаем. Может, я тебя люблю. Да-да-да. Просто уже хочется поставить точку в этих вопросах, чтобы к нам никаких не было претензий. Потому что то, что касается труб, коммуникации, это все очень серьезно. Вот. Сняли мы дверь. Позавчера, по-моему, да, Мась? Угу. Сняли. Так сняли, что пришлось даже вот обратно поставить коробку из-за пленочки. Из-за пленки, из-за того, что еще... Сегодня вот пол еще на раз будем заливать. У нас и будет. Перенесли. Вот здесь вот раньше люстра была. Где-то в сантиметрах 40. Перенесли рядышком. Вот потолочек ровненький, стены ровные. Ну, то есть все уже готово. Так что вот так. Ждите нашего следующего видео. Пока!